Буйство красок, задорные песни и пляски, шумные и раздольные народные гуляния, вкусные угощения. Все это ждет зареченцев в ближайшее воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха Заречье. К проводам зимы все готово. На месте, где еще недавно стояла новогодняя елка, установили масленичный столб. Постоянно, каждый год собирается от 7 до 10 тысяч человек. Мы надеемся, что в этом году будет еще больше. Лучшие коллективы. Те самые коллективы, которые вы так любите, цените, знаете, обожаете их номера, они появятся на сцене обязательно. Лучшие ведущие, лучшие конкурсы, самые ценные призы. Мы обещаем, призы будут невероятно ценными. Ну и, конечно, вот он, красавец, ярмарочный столб, который мы уже установили. Он готов к приключениям, а вы, надеюсь, готовы залезть на него и достать свою удачу с самого верха. В этом году масленичные гуляния будут не только в Центральном парке, но и в зоне отдыха «Лесная». Мы ждем всех гостей, жителей города. В 11 часов у нас начнется празднование широкой масленицы, развернется народное гуляние. Ждут в программе всех пришедших, во-первых, это, естественно, народные забавы, спортивные состязания, семейные старты, а также блины, шашлыки. Приглашаем всех к нам. Гостей приглашает и родное радио. С 11 часов у входа на стадион в Центральном парке сотрудники радио «Заречный» будут угощать горожан горячими блинами. Приходите 13 марта в Центральный парк культуры и отдыха «Заречье» и в зоны отдыха «Лесная». Проводим эту зиму вместе. Дмитрий Балясников, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный».